Здорово всем, ребят, с вами Хилхерц, и сегодня я бы хотел вам показать несколько, это не то чтобы прям видос по гайдам с билдами, просто несколько билдов, которыми мне очень, просто ну очень нравится играть. Давайте начнем, наверное, с моего любимого оружия, это дискомет. Почему дискомет? Потому что в последних патчах ему дали просто безумнейшее самонаведение, и теперь играть им одно удовольствие. Давайте мы, наверное, сразу с вами заролим, давайте первый мир землю, получается, и сложность будет кошмарная, чтобы вы сразу могли оценить, скажем так, возможности данных билдов. Создаем новое приключение. Земля. И кошмар. Давайте сразу пройдемся по персонажу. У меня оверперекачанный персонаж, 642 уровень. Ну, как вы можете понимать, у меня прокачано вообще абсолютно все. Так что по возможности качайте, наверное, ноды на дамаг. Потому что это, ну, самое полезное и необходимое для данных билдов. Из новых талантов у меня не все еще до конца докачаны, но тем не менее. Давайте сейчас мы найдем противников и покажу, на что способен данный билд. Сразу хотелось бы оговориться, что этот билд максимально эффективен в узких пространствах, проходах, где много, скажем так, вещей, мало места. И, ну вот смотрите, допустим, по дамагу. Просто повезло и кританули. Так вот, чтобы данные диски отскакивали ото всех препятствий. Смотрите, стреляю за противника. Здорово, как вам такое? Не знаю, как по мне, это очень-очень фановый, очень удобный и очень, блин, не знаю, полезный, что ли, билд. Даже если вы не можете попасть, дискомет сам наведется. Когда на открытых пространствах, да, не очень хорошо, но тем не менее, дамаг, я думаю, вы видели. И сами можете все примерно прикинуть. Я даже не знаю, стоит ли дальше показывать, но билд реально просто невероятно эффективен. Вот, вы видите, я стреляю мимо, а эта фигня рикошетит прямо в противника. Модификатор, я даже не знаю, какой сюда можно взять. Мне, например, нравится на криты, чтобы подсвечивать противников. И еще чаще иметь возможность критовать. Ну, вы видите. То есть стреляем в него. Да, вот на супер открытых пространствах не очень альтернативно. У нас есть пистолет, которым можно стрелять по уязвимым местам. То есть вот как-то так этот билд и имеет всю синергию. Наверное, давайте я сразу пройдусь по шмоту. А, здесь нету никаких других вариантов, обязательно сет убийцы. Почему? Потому что после перезарядки первый выстрел из этого оружия по врагу повышает общий наносимый урон, поэтому врагу скорость перезарядки повышается на 10%. Плюс 30% к урону, плюс еще скорость перезарядки в целом выглядит очень даже недурно. Давай сейчас этого завалим. Да, и... Ну вот, вы случайно, просто случайно взяли и убили элитника. Вот, теперь мы пройдемся по кольцам. Сейчас только жадный Влад заберется ништяки. Итого, амулет, мне очень нравится оберег снайпера, потому что повышает скорость перезарядки на 20%. Это очень полезная штука, чтобы нивелировать, как это, дебаф от кольца усиления. Повышает урон в дальнем бою на 25%, но снижает скорострельность. По сути, по идее, скорострельности у нас нет никакой. У нас выстрел, перезарядка. Так что, наверное, даже оберег снайпера идеально заходит. И плюс постоянная прибавка 25%. И камень баланса повышает урон в дальнем ближнем бою на 15%. Как по мне, это невероятно полезное кольцо, которое очень нехило бустит дамаг. По сути, 15 здесь, 25 здесь, итого 40% дополнительного дамага. Где вы такое еще возьмете? По-моему, охренительно. Из сета еще 10%. О, 30%. Ну, короче, просто космос. Да, и из ближнего оружия я взял вот эту штуку, чтобы иногда расталкивать противников. Не знаю. Можете взять что-то более скорострельное. Опять же, еще раз повторюсь, как по мне, невероятно фановый, невероятно удобный, невероятно кайфовый билд. Убивать каких-нибудь противников, у которых много дополнительных существ, просто одно удовольствие. Из модификаторов здесь действительно ничего просто не нужно, ну потому что дамага хватает за глаза. На апокалипсисе не играл, как-то так. В режиме выживания, если вам спавнится дискомет, и если вам спавнится амулет, который повышает урон на 30% за каждую снятую часть брони, это просто имба. Вы просто ходите и выгашиваете все слева, справа, сверху, снизу. Самый, на мой скромный взгляд, лучший билд. Давайте дальше. Следующий билд, который я бы хотел вам показать, он, ну вот честное слово, он нереально хорош. Итого, в чем его фишка? Здесь у нас будет основной урон идти на дамаг, точнее основной упор будет идти на дамаг с модификаторов. Итого, нам обязательно необходима броня лабиринта. Почему? Потому что она 50% к урону от модификаторов. Это просто космический дамаг. Смотрите, сейчас у меня взрывной выстрел стоит, дамажит 1500. Допустим, снимаем одну шмотку. Дамаг 1300, то есть это работает, броня на данный модификатор работает. Так можно проверять абсолютно любую часть экипировки. Итого, сет лабиринта на деле. Затем, я
Очень люблю штурмовую винтовку. Альтернативно, вы можете взять любое оружие, которое вам нравится, ну, чисто с которым вам удобно и комфортно играть. Для многих это лучевая винтовка, потому что ее очень сильно бустанули. Мне она не нравится, но тем не менее, как бы, варианты я должен сказать. Так что как-то так. Вот, оберег Галина еще на 30% повышает дамаг от модификаторов. Полторашка. Получается, надеваем, например, лето. Дамаг падает. Значит, амулет Галина работает. Альтернативно, если вы берете скорострельное оружие, можете оберег снайпера взять. Очень хорошая штука. Серьезно, очень хорошая штука. Но мы будем максимально бустить дамаг с модификаторов. Камень баланса, наверное, это действительно самое ультимативное кольцо, которое только можно найти. Ну и кольцо усиления я бы оставил, потому что урон в дальнем бою очень хорош. Ну, скорострельность, ну блин, для этой винтовки, по-моему, это MVP этого матча. Вот серьезно, очень годная вещь. Вы же можете мне в комментах написать, какие альтернативные варианты сюда можно запихать лучше. По модификаторам я обязательно использую взрывной выстрел, потому что он дамажит просто космически. Не дай бог он кританет, это просто безумие. И еще очень хороший новый модификатор – нестабильные перья. Он дамажит немного меньше, но когда я покажу вам, что он делает, вы просто офигеете. Опять же, мало так дамага, потому что пушка не прокачана на 20. Было бы на 20, было бы лучше. Альтернативно, по идее, подойдет любой модификатор, который наносит прямой урон. Вот этот вот может, смотрите, 7-ю. Короче, 1400 где-то будет дамага. Если вам дыхание пустыни нравится, пожалуйста, используйте его. И потом, что-то еще какой-то был взрыв. Вот этот взрыв. Но здесь дот накладывается, просто космический дот. То есть вы выстрелите, наложите горение, и это горение будет настолько сильно сжигать пуканы ваших врагов, что просто нет слов. Можете попробовать. Ну, насчет Рой, честно говоря, не пробовал, не могу сказать честно. И что-то еще я хотел сказать важное, да, на секунду. Вот эти вот модификаторы наносят просто умопомрачительный дамаг. Если вам нравится глаз бури, пожалуйста, используйте, будете дамажить как черти. Если вам нравится, это, по-моему, не... Хотя ничего себе, господи, кровотечение наносит вообще космический дамаг. Так, ну и самое, за что я готов поручиться. Вот, кстати, вот эта штука, если кастануть спарацвет в босса, дамажит просто безумно. В патче подняли дамаг у дробовиков и у модификаторов. Это вообще невероятно крутая штука. Ну и самое дамаговое, что есть в этой игре, это вот черная дыра ускорителя частиц. Мы, короче, на апокалипсисе били босса сплиттер, ну, разделяющийся в лаборатории лета. Господи, криты по 6000, и это был вообще не прокачанный персонаж без модификаторов на урон. Это безумие. Но я буду, скажем так, по лайту. Сейчас я найду босса и покажу, как он отлетит. И чтобы дамаг... Ну, смотрите, вот как бы сложность высокая, то же самое место, просто поменял. Рядовые противники отваливаются просто за 2 секунды. Кучность великолепная, дамаг, в принципе, тоже очень неплохой. Ну, вы можете сами все видеть, я думаю. Какие-либо комментарии здесь излишни. Очень комфортный, очень удобный, очень приятный билд. В принципе, сейчас мы немножко модификаторы зарядим, добежим до босса и посмотрим, как эта штука разваливает лица абсолютно всем. И третий билд, возможно, я покажу на саммонера, его еще нужно будет доделать. Но саммонер это, знаете, для тех, кто просто любит жить. Они не очень сейчас эффективны, плюс у меня еще нету всех нужных модификаторов. Ну, с пистолета тоже, как вы можете заметить, дамаг вполне себе неплохой. Если его проточить, будет вообще пушка. Вы знаете, я не смог дойти до босса пока что. Глядите, покажу, как работают эти перья. Смотрите, первым делом мы стреляем перьями. Ждем буквально 3 секунды. Еще немножко стреляем и потом подрываем их. Только в таком случае наносится максимальный дамаг с перьев. Давайте постараюсь объяснить. Смотрите. Вот мы кастанули их. Видите, они начинают моргать. Я стреляю, и эти штуки загораются. Вот видите, зелененькие штуки начинают сильнее и сильнее гореть. И если не успеть их подорвать до того, как они сильно не станут гореть, они пропадут. То есть кастанули перья, не знаю, посчитали там, не знаю, секунды 2-3, немножко постреляли в противника, после этого подрываем его. И дамаг наносится просто космический, просто колоссальный. И чтобы вы понимали, элитник слился за секунду. Ну и теперь давайте я покажу вот самый вот этот топовый модификатор, взрывной выстрел. Смотрите, ну просто. Так, сейчас бы попасть. Я думаю, вы все видели. Элитники улетают с одного выстрела. Поверьте мне, боссы отлетают еще быстрее. То есть если вы... Ну давайте вот, большой дядька. Так, опасный. Здорово, ты где, братан? Слушайте, а он еще выжить смог. А получится ли у меня зарядить эту штуку? Наверное, да. Сейчас заодно покажу. Смотрите, вот я кастую перья. Все кастанул. Видите? Они как бы висят-висят, начинают вот... Как только они начинают быть более зелеными, подрываем. И наносится очень большой дамаг. Если прозевать данный момент, дамага не будет. Это важно понимать. Не, ну взрывной выстрел это прям MVP этого матча. Дамажит просто не в себя.
Ну, Black Hole от ускорителя частиц, я даже не знаю, стоит ли показывать. Потому что, ну просто поверьте, дамаг будет настолько огромный, насколько он может быть огромным. Ну и давайте сейчас попробую переодеться, показать Самонера. Итого, ребята, смотрите, теперь у нас билд на Самонера. Я не знаю, что это пикнуло, не суть. В общем-то, я очень люблю Самонеров, не знаю почему. Потому что мне кажется, что это, ну, очень-очень эффективный билд, если вы не любите все контролить. Итого, что нам нужно? Нам обязательно нужны турельки железночасовой. И получается, нам нужен, мне кажется, мановение, то есть черепок летающий, будет гораздо эффективнее. В этом билде есть огромнейшая проблема, господа, смотрите. У нас вроде бы есть сет лабиринта, да? Смотрите. Это железночасовой является модификатором, так же как и мановение. Получается 100 дамага, 14,5 дамага. Мы берем броню лабиринта. По сути, у нас плюс 15% к урону. Но что мы видим? 14,5 и 100. То есть модификатор, точнее бонус с брони лабиринта не применяется к самойерам. Это самое говнястое, что может быть в мире, поверьте мне. Но тем не менее. Насколько я понимаю, эффективнее всего бегать в сете старейшин. Давайте проверим. Бонус какой? Драконьи сердца повышают общий урон союзников в радиусе 40 метров на 20 секунд. Плюс 35% к урону. Так, у нас 14 и 100. Проверяем. Бахаем сердце. Как вы можете заметить, справа снизу, вот здесь, появился бонус. Теперь открываем инвентарь. Вы знаете, по-моему... А вот давайте проверим. Потому что есть такое ощущение, что нифига не работает. Ну так вот, и дальше по броне. Оружие используйте то, которое вам больше всего нравится. Ну, как я уже и сказал. Насчет амулета. Есть амулет, который позволяет хилить персонажа в тот момент, когда самонеры дамажат. У меня его, к сожалению, нет. Я буду использовать якорь душ, чтобы хотя бы процентов на 20 увеличить себе дамаг. Потом камень баланса, не знаю, мне кажется, полезная штука. И я попробую, уголек души сокращает здоровье призванных существ на 60%. Но как бы эти призванные существа наносят на 25% больше урона. Насколько это работает, без понятия. Сейчас будем с вами проверять. И еще из интересного, в дополнение Swamps of Corsus обязательно необходимо найти талант, который будет называться Мастер призыва, колдун, по-моему, будет называться. Как его получить, необходимо убить любыми призванными существами 100 противников. В чатике и в руководствах пишут, что лучше всего использовать вот этих колобков. Я уже рассказывал, как это получить. У меня этого таланта нету, так что где-то еще немножко больше дамага будет. Но тем не менее, давайте мы сейчас пойдем, кого-нибудь найдем и проверим, будет ли работать драконье сердце на наших призванных существ. Хотелось бы еще отметить то, что после патча скорость заполнения модификаторов стала действительно намного дольше. Смотрите, турель дефолтно дамажит 15 дамага. Сколько будет дамажить сейчас? По 15, бахаем сердце. Да, слушайте, сердце на турели работает. В принципе, и на турели, и на черепке это будет распространяться. Это хорошо. Но меня дико накаляет, почему вот это позорное кольцо с угольком души, призванные существа, уже обладающие способностью ко взрыву, наносят на 25% больше урона. То есть, по сути, это кольцо нифига не работает на турели. Какого хрена? Но турели взрываются. То есть, должны быть не 14 дамага, не 15 дамага, а получается на 25%. Но это около чуть больше... Ну, 18 где-то дамага должно быть. Так что, видимо, кольцо уголек души не очень эффективно. Ну и в целом, что хотелось бы сказать про этот билд. Этот билд идеально подойдет для тех, кто, ну не знаю, любит там лицом поторговать на боссах, не сильно как бы там стараться. Как по мне, мне кажется, так оно и будет. Ну хотя, смотрите, черепок вроде нормально, почти по 200 дамажит. Так что в целом жить можно. Давайте посмотрим, насколько он элитника развалит быстро. Если бы он попадал, он бы смог его развалить. А так, что-то не очень. Ну, с другой стороны, два черепка, две турели. И дамаг будет ой-ой-ой. Но, опять же, есть ряд куда более эффективных билдов. Так что подумайте 20 раз, хотите ли вы играть за самонера. Ну, прям серьезно, возьмите и подумайте. Использую драконье сердце, и дамаг возрастает немножко. И, ну, в целом. Я думаю, вы все поняли. На босса я не пойду, потому что нет желания. Я в самонерах после патча очень сильно разочаровался. Хотя, возможно, с талантом колдун это будет гораздо эффективнее. Но, тем не менее, пища для размышлений есть. Какое кольцо альтернативно посоветовать, даже не знаю. Мне кажется, уголек души хотя бы на призванных черепков работает, и на том спасибо. Ну, в общем и целом, ребята, как-то так. В общем, очень надеюсь, то, что видео будет минимально полезным для вас. Если что-то новое почерпнули, там лайки, дизлайки, комменты. Если есть что добавить, уточнить, осудить, тоже пишите. Все буду читать, будем искать идеальный билд. В общем-то, всем большое спасибо за просмотр. Счастья, здоровья, не болеем, чтобы все у всех было хорошо, как всегда.
Огромное спасибо спонсорам канала, а также всем спасибо за просмотр и надеюсь, что видео вам понравилось. Если это так, то можете поставить лайк и подписаться. Это очень сильно мотивирует стараться лучше и больше. Также можно нажать колокольчик, чтобы не пропустить новых роликов. У нас все честно, если не понравилось, ставим дизлайк. В описании всегда есть интересные ссылки, также можно посмотреть и другие мои ролики. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, чтобы все у всех было хорошо. С вами был Хилл Хёртс.